Так, продолжаем движение. Вторая серия. Москва-Красноярск. Трасса М7. С левой стороны, с левой и с правой стороны по ходу движения Малая Дубна. Впереди камера. Ограничение 60. Покинули Московскую область, что-то рановато я. А, ну да, все верно. Был поворот в сторону. В сторону Орехово-Зуево, все верно. Поворот на Орехово-Зуево, это граница Московской области. Так, впереди мост, чуть-чуть через реку город. Киржач. Киржач через реку. Так, с правой стороны по ходу движения на разном удалении железная дорога, соединяющая Москву и Владимир. Впереди город. Ограничение 60. Это осторожно, дети. Ограничение 60. Как, наверное, обратили внимание, что после опасность. Ограничение 50. После поломки датакам Москва-Кемерово, где пришлось воспользоваться Акинори, снова пользуюсь датакам, датакам М6 Макс. Но визит в техподдержку на Дмитровке одну проблему решил, вторая проблема появилась. При превышении скорости сбрасывается настройка. На форуме идут споры о качестве, о марки бренда. Люди ругают и правильно делают. Картинка хорошая,
Покров пролечил, и на остальные настройки, конечно, руки бы поотрывал. Останавливаемся на светофор Покров. Город Покров. Ну, это мой комментарий в автомобиле. Пытался максимально оживить движение, чтобы было более-менее интересно смотреть. Активное общение на 15-м канале. Впереди новые Амутищи, поселок. С правой стороны приближается к трассе железнодорожная ветка. Железная дорога, ну, метров, наверное, 300. Впереди Новая Анина, но это будет чуть-чуть позже. Ну, это новые Амутищи, проезжаем уже. Впереди, с левой стороны, слева по ходу новая и чуть дальше от трассы Старая Анина. С правой стороны Леонова. Впереди город Петушки. Проезжаем Петушки.
Город Петушки. Так, за петушками старые петушки. На карте ничего примечательного не вижу. Движение в сторону Владимира. Впереди город Липно. Впереди Липно. Река Большая Липно. Липна, наверное, правильно. По-прежнему с правой стороны железная дорога тянется вдоль трассы. Картинка не меняется. Ясное небо. Сухая дорога. Морозно немножко. Опасность. От Москвы до Владимира расстояние небольшое. Этот видеорегистратор неплохой, но собран. Впереди гора Коряво. Ограничение 60. С левой стороны будет по ходу движения. Но у меня небольшая радость. Уже полтора месяца продолжаются занятия по изучению телеграфной азбуки с детьми. Изучили, ребята запомнили уже 20 букв, 20 знаков. Это вызывает у них неподдельный интерес. В общем, занятия проходят регулярно. Мало, правда, по времени 1 час в неделю. Это крайне мало. Но, тем не менее, вот есть уже успехи. То, что
изучили почти половину. Почти половину телеграфной азбуки. Справа по ходу недалеко железная дорога, соединяющая Москву, Владимир, Нижний Новгород, ну и далее со всеми остановками до Владивостока. Впереди по ходу движения город Лакинск. Но вдоль трассы эти вот шумовые экраны предохраняют населенные пункты от... Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. От шума. Лакинск. Лакинск. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС. Контроль скорости. Ограничение 60.
ситуация более спокойна. Например, в верховье Клены и ее притока Орел мы до опасных отметок остается... Картинка остановилась. Непонятно. Битый файл, что ли? Ну вот. Что-то зависло у меня. Завис видеоредактор DataCam. Ну, в чем дело? Так, картинка зависла, видать, файл битый. Ну, посмотрим. Так, немножко подвис. Впереди мобильный пост ДПС. Контроль скорости. Ограничение 90. Проигрыватель DataCam. Но сейчас восстановился. Ну, до Владимира осталось недалеко. В город заезжать не буду. Владимир обойду по объездной. Интенсивность движения невысокая. Впереди камера. Ограничение 90. Принимаю право на объездную Владимира. Ну, будет возможность когда-нибудь. Постараюсь проезжать через города. Ограничение 70. Объездная Владимира. Ну, не вижу ничего такого особо достопримечательного. Кругом СНТ. Справа, например, Исток-2. Ну, СНТ, как мне подсказали, Садовая, некоммерческое товарищество. Ну, в общем, дачники. Впереди поселок Мостострой.
будем переезжать железную дорогу, которая соединяет Москву с Владимиром. Много таких садовых товариществ. С левой стороны связист. Впереди река Клязьма. В общем, большой, огромный лесной массив и слева и справа по ходу движения. Болотистые участки. Ну, наверное, рай для любителей природы. Впереди мобильный пост ДПС, контроль разметки. Ограничение 90. Я еще раз повторю, что хороший видеорегистратор, но собран, конечно, ну вот несколько мостов через, в кавычках, спецами. Притоки Клязьмы. Сам мост через Клязьму. Справа по ходу движения, наверное, деревня Вяткино. Какой-то обмен информации на 15-м канале. Ну, кто соберется на восток ехать этим летом, примерное состояние дорожного полотна, инфраструктуры, вы можете с ней ознакомиться. Я не думаю, что какие-то серьезные изменения произошли за эти два месяца, два-три месяца. Так, прошли развязку. Ситуация на трассе сильно меняется. Видео на развязке нужно было влево уйти к Владимиру. Ну, а направо... Ну, общая картина понятна. Сугдогда. Ну, вот так как-то. Слева далеко поселок Коммунар, Заклязьминский, Уварово. Ну вот Галейность. Впереди мобильный пост ДПС. Контроль скорости. Ограничение 90. Это реальный комментарий. Галейность. Так что, возможно, летом здесь могут начаться ремонтные работы. Слева далеко Шерманиха, деревню надо полагать.
садовое товарищество Меловка, деревня Сельцо и река Клязьма. Больше каких-то достопримечательностей на местности не вижу. Трасса М7. Двигаюсь по объездной Владимира. Ведущий поехал во Владимир. Так, сейчас май месяц. Началось интенсивное снеготаяние. В Якутии проблемы. Река Лена выходит из берегов. С левой стороны по ходу Даниловка. Со дня на день должны сдать Крымский мост в эксплуатацию для легковых автомобилей пока. Наверное, число 15-го сдадут. Сегодня 11-е. Как только мост будет сдан в эксплуатацию, значит, мое видео с паромной переправой через Керченский пролив Москва-Севастополь уже устареет с переправой. Так что оно актуально пока еще дня 3-4. Вот так вот меняется ситуация на трассах России. Но на карте ничего достопримечательного не вижу. Лесные массивы. Слева по ходу, ну, километрах. Пару километров, наверное, река Клязьма. На видео проезжаем мотели. Это для автотуристов, для автопутешественников. Просто можете записывать координаты. Это на предмет того, чтобы остановиться на ночевку, на привал. Двигаемся на восток. Объездная Владимира. Движение по объездной в сторону Нижнего Новгорода. Мы приближаемся к федеральной трассе М7, которая проходит через Владимир
с левой стороны государственной разные всем зоологический заказ, два направления, одна через Владимир, называется вторая объездная, это с левой стороны. С правой стороны далеко деревня Маринка. И вот здесь они соединяются. Вот это рекламодатели задолбали, честно говоря. Сразу выходит по два, по три, и не слышно ни одного, ни второго, ни третьего. Пихают, пихают, пихают рекламы. Не понимают, что рекламу можно слушать 3-5 секунд. А дальше она начинает раздражать на трассе. Ну, просматривая, да, видео без ускорения, водителям больших грузов падает. Нужно будет привязать к реальной ситуации, что за счет того, что произошло на этом участке. Слишком много вот этих. А вот этот неадекват на фуре. Молодых, которые сидят за рулем меньше года. И считают себя там или асами, или, я не знаю, супер-пупер профессионалами. Но поведение на дороге должен быть тоже профессиональный отбор для большегрузов, для дальнобойщиков. Вот как отбирают, например, в летный состав. Впереди город. Ограничение 60. Должно быть. Есть, встречал адекватных, нормальных, с уважением отношусь к этим людям, дальнобойщикам, больше грузом. Кстати, на этом видео будет не в этой серии, а уже, наверное, нормальный парень от Новосибирска, с какими приятно и общаться, и Кемерово, вообще общение приятно на дороге. Но есть, я говорю, вот просто дальнобойщиком России. То, что он сам рискует своей жизнью, это его проблема, как говорится, это, но он, это неадекваты, и другим словом, как дебил, назвать не могу. И таких немало, кстати, к сожалению. Конечно, основная масса. Дальнобойщиков, больших грузов. Вот. Люди нормальные, адекватные, но немало среди них и вот этих вот, даже их не хочу называть словами. Много-много было случаев, когда вот поведение в кавычках этих дальнобойщиков просто не поддается комментарию, описанию и просто пониманию.
Так, что же здесь такое произошло? Ну, сейчас на 15-м канале объяснят, что произошло. Впереди город. Ограничение 60. Какой нахрен город? Почему толкаемся? По-моему, сломался кто-то из большегрузов. Впереди пост ДПС. Ограничение 60. Или досмотр там был. Впереди пост ДПС. Ограничение 60. По-моему, досмотр. Впереди пост ДПС. Ограничение 60. Что произошло, не знаю. Впереди пост ДПС. На пустом месте. Ограничение 60. Неужели нельзя выбрать место, где можно фору согнать с трассы и досмотреть? Сломался, что ли, кто? Или ДТП? Непонятно пока. Трасса М7, движение в сторону Нижнего Новгорода. Карта у меня немножко другая, чем также дорожный переезд. Дальше что у нас? Детализация не очень хорошая. Поэтому... Ну, на карте ничего не написано. Нет никаких указаний. Да, показывают по телевизору вот эти разливы, потопы, интенсивное снеготаяние заливает поселки. Мне Якутия очень нравится, и природа, и люди хорошие. Thank you.
Так, потихоньку заканчивается вторая серия. Это участок от Владимира в сторону Нижнего Новгорода. Особо расслабляться тут не стоит, потому что достаточно много скрытых камер. Об этом регулярно напоминает радар-детектор. Дорога прямая, как стрела. То есть остановиться на обочине для ночевки, конечно, некомфортно, поэтому на этом участке нужно планировать заранее, приблизительно впереди поселок, записав координаты, если увидите Семенцево, более-менее подходящее место. Ну, видео без ускорения будет на аккаунте Видеодорог 2. Но это уже будет, наверное, гораздо позже. С левой стороны деревни Вязовка. Интенсивная торговля топливом. В подавляющем большинстве случаев это контрафактная. Нарваться на контрафакт можно на любой брендовой стоянке, заправке. Проверяют или нет брендовые заправки свои точки реализации топлива или не проверяют. Я один раз только видел за все эти годы. Один раз, когда при мне зашли представители офиса и объявили, что делают контрольную закупку, на продавца жалко было смотреть. Так, на этом заканчиваю комментарии. До следующей серии.